машина. А, то вот он где-то. А, ее нету. Ее нету. Нет. Ой, фатман, да. А, сама не пришли, нету. А, ну, с понятия. А, фильм Альмин Кана Гаралды. А, ушти. Ой, Фатма ханым и этот, Эсенага турабы ушти. Всего самого наилучшего, больших успехов. Уважаемый Ольга Елена Харовна, несколько лет назад Станислав приехал, значит, по дежурному ДРС симфонического оркестра, были концерты, и я вам хочу сказать, что бывало такое, что он был недоволен, а он мог это сразу сказать. А, хочу сказать еще, да, когда я в конце скажу, напомните мне, если я что-то не забыл. Да, он вам недоволен, все там поводы, да. И, значит, я хочу сказать, что я сам свой время в симфоническом оркестре, за 5 семестров работал на первом курсе, да, сидел. И я знаю все проблемы симфонического оркестра. Могу похвалиться и сказать, что сегодня в симфоническом оркестре, государственный симфонический оркестр играет первая валторна, наш ученик, наш школу сейчас закончил в Германии. Вторая валторна, первая девочка азербайджанка, единственная на валторне играет наш, первый трубач наш, первый тромбон наш, заслуженный артист республики, туба наш. И сейчас хочу сказать, что для вашей информации, товарищи из Министерства культуры, впервые за всю историю Азербайджана ученица нашей школы в июле месяце Рауф Абдулаев, главный дирижер симфонического оркестра, пригласил ее в Первую филармонию, белочилистка, которая играла перед папой. Значит, ее прослушали, она играла концерт Сен-Санса, потрясающий концерт, знаете. Да, она, так сказать, сыграла, и ее приняли в состав государственного симфонического оркестра, будучи ученицей. Такого аналога не было, тоже могу сказать. Теперь, значит, это как его Слава приезжает несколько лет назад и исполняет с оркестром «Чай вдвоем». Это потрясно всех. Вы знаете, когда он был здесь, я сказал, что Слава, я говорю, Слава, это, так сказать, чай вдвоем. В России, я знаю, принято все на троих, а здесь чай вдвоем. Я говорю, сейчас у нас чай ходу, значит, я говорю, поборем, все будет чай ходу. Сейчас перед вами наши ученики, проходите, исполнят это произведение. Да, Исрафил, Гиджа и Расул. Братья Расул. Братья Расул. Да. Двое из них президентских стипендиатов. Прошу. Thank you.
касается, значит, весной года, первый день, они ездили по Крыму, выступали успешно перед конгрессменами, и было аура, кстати, с Озером. Да. А сейчас перед вами выступит, вы, наверное, должны были слышать, такой был в свое время был в Грузии, был ансамбль, вокальный ансамбль Орера. Скрипачи. Скрипачи. А, скрипачи, да, извиняюсь. Да-да-да, пожалуйста, скрипачи. Исполнит произведение «Пролог». Вы знаете, такой единственный профессор, который посмотрел, с его произведением выступит два наших ведущих скрипачи. Кодарлик и Камран и Агазеда Эльдюн. Прошу вас. Thank you.
3. Пока, да, да, да. Идите. Значит, 12 лет назад, для информации, я вам сейчас сказал, ко мне пришел, знаете, 70-е годы царствовали в Советском Союзе, Орера, Гаял. Пришел Богу Раоф Бабаев. И, значит, это я у него спросил, я даже послушаю, если я могу сказать. Действительно, мое место. Когда я уже попробовал, он ряд делал. Мы с ним обошли по всей школе, с каждым классом, что у тебя, что у тебя, что у тебя, что у тебя. И, значит, это как его собрали, должно быть 10. Они начали работать все там. А самое главное, хочу сказать, что класс вокала в музыкальной школе не было. Я взял за свой страх риск. Правда, я потом пошел на следующий год в министерскую культуру, сделал, чтобы внести класс вокалов. Кстати, это тоже проблема, я потом вам один на один скажу. Да. И, значит, несколько лет назад мы ждем славу. Значит, министр по Латвии был бы здесь, даже под Пахаром здесь. И слава там задержал минут 10-15, погода была хорошая, они все вышли, меньше были все, так сказать, и начали петь одну песню. Потому что я сказал, что Олаф, давай их, так сказать, состав Гаяр и сегодня перед вами выступает государственный вокальный ансамбль Гаяр. Они были в Америке также, так сказать, с этим. Я считаю, что
этим начинает свой новый творческий путь. Пожелаю им удачи. Не будет играть? Fast and rhythm, you got me at go. Fast and rhythm, I'm all for you. Why did it make you the names? Wanna know why? I'm always shaking just like a bluebird. Each morning I get up with the sun. Come on, guys. We'll find that night the work has been done. I know that once I did better, but now I do it all. Brand new stuff better, I'm so happy. Wanna take a day of a long summer, far away, I'm so happy. Each morning I get up with the sun. Fascinated rhythm, won't you stop waking up me? Da 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 da. Each morning I get up with the sun. So unhappy always find fun. That night no other work has been done. Дорогие ребята, спасибо. Я от имени нашего коллектива